Всем привет, меня зовут Богатейший Ди. Биткоин обновил годовой минимум. $3300 за монету – это основная причина, почему настроение на рынке ухудшается не по дням, а по часам. Рыночная капитализация тонет прямо на глазах. 3 недели назад она составляла $220 миллиардов, а сегодня почти сотню. Рынок теряет деньги, и это весьма прискорбно. Тем не менее, биткоин СВ поднялся сразу на 4 позиции и находится в топ-5 криптовалют, обогнав оригинальный биткоин кэш. Крейг Райт радуется, а мне этот аномальный рост кажется искусственным пампом. Почему биткоин снова рухнул? Опять такие вопросы слышатся. Возможно, на это падение повлияла эта новость. Комиссар SEC. Не стоит ждать утверждения биткоин ETF. Это может занять дни или годы. Именно такое заявление было озвучено на криптовалютной конференции в Вашингтоне. Мне очень жаль, что комиссары SEC так негативно настроены против биткоина и криптовалюты. Но чего еще можно ожидать от представителей старого мира, которые видят в криптовалюте конкурента? Вчера на официальном сайте комиссии по ценным бумагам и биржам США вышел этот документ. Ссылку на этот документ оставлю в описании, меня интересует только вот это. 27 февраля 2019 года. Именно эта дата является крайним сроком для утверждения или отклонения биткоин ETF. И это уже официально. Это уже не первый случай, когда решение по биткоин ETF отложили. Мы помним, как и Бакт отложил запуск платформы из-за якобы повышенного интереса, и все остальные разы, когда SEC также откладывали решение по ETF. Простыми словами, эти ворота для институциональных денег все никак не откроются. И похоже, рынку это совсем не нравится. Да, плохие новости плохо влияют на медвежий рынок. Если бы сейчас происходил бычий забег, я уверен, что эти новости так близко к сердцу участниками рынка не воспринимались бы. За последние 1.5 года я четко обозначил это правило. На медвежьем рынке негативные новости отображаются куда масштабнее и наоборот. Более того, часто позитивные новости вообще никак не влияют на медвежий рынок. Да и к тому же и Бакт, и SEC, и NASDAQ не отказались от своих идей, а просто отложили их, поэтому эти новости негативными-то и не являются по сути. Нам ничего не остается, кроме как ждать. Еще я хотел бы заострить ваше внимание и на том, что информативное пространство также заполняется негативными заголовками, причем все больше и больше. У нас, у американцев, у немцев. Кстати, эта немецкая статья одна из самых пессимистичных, которые я когда-либо читал. Здесь расписано все по пунктам. Первое. Биткоин не выполняет свои обещания. Второе. Биткоин-энтузиасты, такие как я, просто вбрасывают ложные надежды в инфопространство. Извините меня, если кто-то и вбрасывает пустые надежды, то это точно не я. Это, например, Lightning Network. Количество нодов растет, объем растет, транзакции становятся быстрее. Это не я придумал, вся эта статистика открыта. Также здесь написано, мы не можем использовать биткоин как средство оплаты. Он слишком медленный, неудобный и так дальше. Теперь я уверен на все 100%, что человек, написавший эту статью, ни разу в жизни не использовал Lightning Network образца конца 2018 года. Именно сейчас этот протокол лучше, чем когда-либо в своей истории. Больше мощности, больше разработчиков и, кстати говоря, больше других сайдчейнов, например, Liquid Network. Это быстрая и надежная обработка крупных биткоин-транзакций. Почему-то об этом мало кто говорит, зато много говорят о крахе. А теперь стоит задуматься, зачем такие статьи выходят именно сейчас. Биткоин всегда жил в условиях взлетов и падений. Я более чем уверен, что похожие статьи выходили и на этом падении, и раньше, когда биткоин жестко падал. Ребята, последнее, о чем я сегодня хочу поговорить, это инвертированная кривая доходности. Есть такой индикатор приближающейся экономической рецессии. Я не буду вдаваться в более детальные подробности, в конце концов, это вообще не мое поле деятельности. Тем не менее, интересное наблюдение заключается в следующем. Каждый раз, когда этот индикатор находился на уровнях в 0%, происходила рецессия в США, соответственно и в остальном мире тоже. Вот, например, кризис 2008 года, всем вам известный. Теперь посмотрите, где мы находимся сейчас. Экономическая рецессия неизбежна. И многие говорят, что такой кризис благотворно скажется на криптовалюте, и даже я об этом говорил 1.5 года назад или когда там. Но за последние 1.5 года я имел шанс не
лишний раз убедиться, что биткоин во время этого медвежьего рынка пришел к какой-то безумной корреляции с фондовым. А фондовые рынки в этом году тоже шалят. Если он продолжит рисовать очередные падения еще ниже, возможно, это будет сигналом к нисходящему тренду. И что-то я не вижу, чтобы это как-то позитивно повлияло на биткоин. Поэтому я считаю, что если вдруг сейчас нагрянет рецессия, то биткоин упадет даже ниже. Но в середине периода рецессии или уже под конец, люди, возможно, осознают, что надо покупать биткоин. Как-то так я вижу эту ситуацию. Спасибо за просмотр и за поддержку, это сейчас очень помогает на самом деле. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись видео с друзьями, комментируй и обязательно богатей. До скорого.